Дося, чтобы сегодня мне пятерку за контрольную принесла. Мама, ну я же тупая. Так, это кто-то тебе сказал такую глупость? Ты. А, да? Так, доча, я поспорила с Динкой, что ты принесешь пятерку за контрольную. Сразу тебе скажу, ты проиграла. Черт, у меня есть идея. Ну? Спеши у Зинкиной дочки. Можете приступать к контрольной работе. Ты что, списываешь? Нет, конечно. Тук-тук, Мария Яблоновна, вы проверили работы? Какая оценка у моей Маши? Ну тут очевидно, что Маша списала. А, что? Да как вы смеете наговаривать на мою дочь? Снизьте свой тон. А, можно подумать, вы не списывали в школе, да и к тому же моя дочь не списывала. Вот смотрите, Лера отвечает на вопрос, я не знаю. А ваша Маша? Я тоже. Черт. Не, ну а что не так-то?